Всем привет. Приехал из Китая всем известное мусорное ведро для автомобиля. Приехал вот в такой коробке. Ничего не потрескалось. Удивительно, что никто не наступил на нее. Посмотрим, что это за ведро. Вот такой стакан. Честно говоря, там на сайте он выглядел намного меньше. Прям стакан такой, чтобы бумажки не кидать в окно, не мусорить по салону, чтобы ничего не мусорить. Вот такой китайцы придумали штуку. Вот если его в Владивостоке поставить, куда надо подумать. Вот здесь два таких вот штуки есть под стаканы. Вот сюда не влезет, здесь прикуриватель, гнездо. А вот в эту нишу залазит нормально. Сейчас что-нибудь бросим туда. Ну вот, допустим, какая-то тут салфетка валяется давно. Так, и все. Ну если вот здесь, я думаю, будет болтых, ну, греметь на ямах, возможно, будет греметь. Можно еще положить вот в этот, в дверь. Здесь он сидит плотнее намного. А здесь он даже лучше сидит. Не громыхает. Пожалуй, оставлю его здесь. На этом все. Если вам понравилось, переходите по ссылке, смотрите. Всем удачи, пока.